Алтай – горная республика в центре Евразии, живописный уголок, нетронутый людьми природой. Горы, степи, тайга, глубина озер и рек поражают воображение. Республика Алтай – один из самых экологически чистых регионов. Заселение Алтая началось около 1,5 миллионов лет назад. Из-за своего расположения этот регион смог вместить в себя абсолютно разные этносы и культуры. На его территории проживали скифы-пазырыкцы, гуны, сибрицы, кумандинцы, тубалары, чилканцы. Именно Алтай называется родиной всех тюрков из-за рождения научного направления алтаистика. Заселение русскими началось во второй половине 17 века, а во второй половине 18 уже создан Алтайский горный округ. Алтайцы также принимали участие в революциях 1905-1907 годов, февральской и октябрьской революциях. С декабря 1917 года на Алтае была установлена власть Советов. В разные периоды регион имел различные названия: Айродская автономная область 1922-1947 года, Горно-Алтайская автономная область 1948-1990 года, Горно-Алтайская республика 1991-1992 года, Республика Алтай с мая 1992 года. Алтайский край полон мифов и легенд. О Телецком озере, богатыри Катуни, Айское озеро и Едиелбегин и так далее. Также много разных сказаний, примет, рецептов народной медицины, культов и обрядов, уходящих в древность, культы огня, кузнецов, охотников, скотоводов, почитание родственников, растений и другие. У Республики Алтай есть свой флаг, герб и устав, там проживают люди многих национальностей, но основной частью населения являются русские и алтайцы. Республика Алтай – это великолепное место для отдыха, туристические походы пешком, на лыжах, верхом на лошади, на велосипедах, рыбалка, охота, альпинизм, водный туризм. В последнее время все чаще ходят разговоры о возможном объединении Республики Алтай и Алтайского края.